Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Суббота в Самарской области малооблачная, переходящая в пасмурную погода. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 3 градуса, ночью 1-3 ниже 0. Ветер преимущественно северо-западного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 4 градуса, ночью минус 2. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде небольшого снега, днем плюс 2, ночью минус 3 градуса. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, днем плюс 3 градуса, ночью 3 с минусом. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.